Добрый день, меня зовут Умар, и я прошел курс сетевого инженера в Академии ITDMS. Хотел сделать мини-отзыв по данному курсу. Данный курс я приобретал года 2-2,5 назад по причине нехватки знаний в области системного администрирования. Сам я являюсь веб-программистом и разработчиком, то есть Android-разработчиком. И в области программирования я некоторых вещей не знал, так как системное администрирование и программирование взаимосвязаны. Элементарно, как вообще устроен сервер, как он выходит в интернет, как выходит в интернет сайт сам, допустим, что такое белый IP-адрес, что такое домен. Всех этих вещей я не знал. И благодаря данному курсу я как бы расширил свой кругозор в области программирования. И сейчас я хочу рассказать немного о курсе, что в него входит. Сам курс состоит из двух частей, то есть в первой части есть только один модуль. И в данном модуле рассказывается о протоколах, сетевых протоколах основных, с чем они связаны, как их применять. Также вы данные протоколы будете применять на практике. Далее, во второй части первого модуля, вы уже будете строить локальную сеть офисную. И все протоколы, которые вы изучали в первой части первого модуля, вы их все будете применять в данной построении сети. В остальных всех модулях вы уже будете изучать VPN-протоколы, как они устроены, какие есть VPN-протоколы и многое другое. Благодаря данному курсу я стал одним из ведущих инженеров своей компании. Расскажу немного о компании, где я работаю. Наша компания занимается установкой системы различных систем безопасности, то есть видеонаблюдение, системы контроля управления доступа, так, пожарные системы там и все, что взаимосвязано с системой безопасности. Все эти вещи мы как бы устанавливаем и продаем. Хочу выразить огромную благодарность авторам данного курса. Курс очень полезный. Автор все доходчиво объясняет. Также, если вы что-то не понимаете, вы также у них можете задать вопрос, то есть написать их поддержку, они все вам ответят и как бы помогут вам в процессе обучения. Также в Академии ITDMS есть и другие курсы, которые я также проходил. Это 1С администрирование и Asterisk IP-телефонии. Данный курс я сам проходил и очень их рекомендую. В процессе обучения в Академии ITDMS много чего изменилось. Расскажу о том, что, допустим, мы когда учились, все курсы, то есть все видеоуроки были записаны у нас на компьютер, и было это очень неудобно. Сейчас уже и присутствует платформа, то есть как бы сайт, и все видеоуроки загружены на данный сайт, и можно уже с любого устройства смотреть данные видеоуроки. Это очень облегчает процесс обучения. Хочу пожелать успехов Академии ITDMS, ждем от вас новых курсов. Все те, кто собирается купить или все еще думают купить данный курс, я вам очень его советую, рекомендую. Сейчас такое время, что интернет, системные администраторы, программисты, они очень сейчас ценные, как бы. Как бы очень ценные профессии. И поэтому, как сказать, эти профессии без хлеба не останутся. И поэтому я вам очень советую данный курс. На этом я хочу завершить свой мини-отзыв по данному курсу. Всем всего доброго. До свидания.